Здравствуйте, вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами замечательный российский кинорежиссер и сценарист Владимир Иванович Хотиненко. Здравствуйте, Владимир Здравствуйте. Владимир Хотиненко – российский кинорежиссер, актер, сценарист и педагог. Народный артист Российской Федерации. Прежде чем связать свою жизнь с кино, Владимир Иванович получил профессию архитектора. Затем во время службы в армии произошла его случайная встреча с Никитой Михалковым, которая и сыграла решающую роль в выборе дальнейшего пути. В 1981 году Владимир Хотиненко окончил высшие курсы сценаристов и режиссеров. Его кинодебютом стала картина «Один и без оружия». За годы работы в российском кинематографе режиссер снял ряд блистательных работ, выдвинувших его в число ведущих мастеров кино. Большой отклик у зрителей вызвали фильмы Владимира Хотиненко «Макаров», «Мусульманин», «72 метра», «Поп», «Наследники» и многие другие. Я, знаете, хочу начать с чего? С того, что когда стартовал год российского кино, вы сказали такую примечательную, на мой взгляд, вещь, что ваша идея фикс в этот год дать высказаться молодым кинематографистам. Насколько осуществимыми оказались такие пожелания? Ну ничего, в этом году как раз поддержку дебюты получили 25, что ли, проектов. Это уже неплохо. Лучше было бы, если бы 30, хотя бы. Я думал 30. Вот. Но все равно в этом смысле мечты осуществились. Ну, надо высвежать как-то вот сейчас и кровь, что называется, и главное... У нас немножко потерялся контакт со зрителем. Выросло поколение, которое довольно равнодушно, к сожалению, к нашему кино. Именно к российскому кино? К российскому, да, к его традициям, к всему. То есть мы как-то в определенном смысле потеряли зрителя. И нужно его заново воспитывать. И тут как раз, мне кажется, есть шанс у молодых. Потому что сейчас в кино в основном ходят молодые люди. И дать возможность молодым поговорить с молодыми, это как раз... шанс вернуть зрителя своего. А вот в силу того, что вы являетесь членом жюри кинофестиваля, да, отсмотрели уже ряд картин, вы как-то для себя проводили границу, скажем, удивили из просмотренных вас фильмы молодых кинематографистов или более опытных? Тут вообще вот что любопытно. Это же специфический фестиваль. Здесь же, в общем, такое пространство-то азиатское такое. Ну, так и называется, в общем, «Меридианы Тихого». Вот. И есть возможность какие-то открытия совершить. Вот жалко, такие фильмы, они не всегда доходят до экрана. Но я для себя увидел много очень интересного. Это та жизнь, которую мы и не знаем. Будь то Китай, там, Таиланд. Вот эта жизнь, которую мы не знаем. Это такая жизнь простых людей. И как это замечательно, как насколько... общие характеры. Вот у нормальных людей какой-то вот мир их существования, он очень одинаков, в хорошем смысле этого слова. Это вообще-то замечательное, я для себя открытие сделал. Я вспомнила эту просто удивительную, на мой взгляд, историю, когда вы хотели, чтобы Эннио Морриконе стал композитором для вашей картины «72 метра», и вы писали ему письмо. Дело в том, что тогда не было вообще прецедентов, чтобы... ну, композитор такого уровня, как Эннио Морриконе, работал в нашем кинематографе. Вот. И я, когда показывал предварительный материал продюсерам, я поставил совершенно случайно поставил фонограмму из фильма «Морриконе». Ну, просто так, чтобы какая-то, ну, «Морриконе» все-таки. И она подошла очень вот стилистически, она легла очень хорошо на изображение. Меня продюсеры спрашивают, а кто композитор? Я говорю, ну вот эта музыка «Морриконе». А кто композитор, пока не знаю. Не было у меня идеи. Редкий случай, когда у меня не было идей по композитору. И это было замечательно вообще. Один из самых волшебных эпизодов моей жизни. И тогда продюсер Максимов говорит, ну что он, композитор, в конце концов. Нырнул в интернет, тотчас набрал. Я узнал, сколько лет Эннио, ему тогда было 73. А вот, что у него написано музыки при его либо... ну, в общем, около 400 фильмов. Вот. И они говорят, ну, давайте попробуем. Почему бы не состояться 401-му, да? И потом продюсеры меня попросили. Я-то думал, ну, продюсеры обратятся на серьезном уровне. Картина государственная такая. Обратятся к Эннио Морриконе. Они вдруг говорят, Владимир Иванович, может, вы напишите ему письмо? Ну, понимаете, это довольно задача, понимаете, да? Вот Эннио Морриконе, который, ну, столько уже и музыки написал, и «Оскароносный», ну, в общем, Эннио Морриконе. Ему вдруг приходит какое-то письмо из России.
Он не видел фильмов, вообще ничего. Да, довольно задача непростая. Поэтому я решил написать очень короткое письмо. Письмо было на четверть листика. Я обратился: «Эйни, дорогой Эйни, а к вам обращается режиссер такой-то». Такой-то. Не стал перечислять ни свою фильмографию, хотя, в общем, мне было что предъявить. И главная строчка, которая там получилась, выросла. Я говорю: «Дело в том, что в вашей музыке есть красота и надежда. А это именно то, что нужно сейчас для моего фильма, да и вообще для моей страны». И отправили это письмо. Сразу оговорюсь, мы когда уже записали музыку, и Эйнио пригласил нас на ужин, там, клуб, он вспомнил эту строчку. Он вспомнил эту строчку и процитировал. Это было очень хорошо. А так, я думаю, ну, получится, получится. И даже забыл уже немножко. И мы с женой оказались в Италии. Мы часто с ней ездим в Италию, очень любим Италию. И во Флоренции, там как раз музей Академии. Я был в Флоренции, но ни разу не видел в подлиннике Давида Микеланджело. А он, копия стоит на площади, а подлинник музей Академии. И очень никогда не забуду момент, я так подхожу. Только ноги, мрамор, Микеланджело. И звонок. И звонит продюсер Верещагин. И говорит: «Мариконе ждет вас послезавтра у себя, там, 5 часов вечера». А мы как раз в Рим возвращались. Мы во Флоренцию посъездили, возвращались в Рим. И все. Дальше это один из самых волшебных моментов моей жизни. Вот так мы познакомились. Потому что у Эни тут судьба благоволила, что я ему музыку поставил. Вот если бы там стояла любая, хоть Моцарт, хоть Вагнер, он мог бы даже отказаться. Он сказал: «Ну, обращайтесь, возьмите просто тогда у Вагнера, у Моцарта». Он такой в этом смысле принципиальный человек. Все вниз, приготовиться к погружению. Владимир Иванович, ну вы ведь буквально стали человеком-легендой в том плане, что очень часто ваши картины выходили в свет синхронно с какими-то поворотными событиями историческими. Ну, я не назову это легендой, но был такой период, когда... Я как-то даже слышала в каком-то интервью, что вы сами признавали, что у вас есть вот некий нюх, да, на то, что сейчас... Ну, вот... я не взял бы на себя такую ответственность, хотя нюх есть. Витает в воздухе. Он должен быть, вот. Я просто даже называл себя собакой на охоте. Вот я вот, да-да-да. Вот что-то вот, я вот, ну, без этого как-то я не могу начать, если не почувствую какой-то запах вот чего-то такого вот времени, вот того, темы какой-то. Правда, я чувствую себя реально собакой какой-то на охоте. И был действительно такой буквальный период, когда я снял «Рой» фильм в 90-м, распался, а там про это было фильм, про распад семьи, там. Я люблю эту картину, ей не повезло, что она как раз... Когда я ее сделал, распался Советский Союз, распался прокат, и она провалилась вот в этот разлом временной. Потом я снял патриотическую комедию. Одновременно мы сняли «Путч» первый, да, да. Макаров, второй «Путч», «Мусульманин», «Чечня». И правда, меня реально спрашивают, что ты там дальше собираешься снимать, чего нам ждать. Вот. Ну, понятно, что это, в общем, будем называть это стечением обстоятельств, но, с другой стороны, такие не случайные случайности. Для меня это все равно важно. Да? Для меня важно, вот, чтобы тема звучала сегодня. Я слышала, что столетие Великой Октябрьской революции, которая будет в 2017 году, да, тоже вас волнует, да, и всерьез. Да. Вы как-то нашли способ высказаться вот какой-то на эту тему? Как мне кажется, да. Увидим, когда, даст Бог, снимем это кино. Но пока, как мне кажется, удалось что-то найти такое, что может резонировать с сегодняшним днем, даже без натяжки. Потому что, понимаете, вот в этом смысле, даже когда и «Бесов» снимал, меня поражало, что как, к сожалению, не услышан был Федор Михайлович Достоевский, который предупреждал задолго до Великой той же самой революции о том, как это будет происходить. Механизм даже показал. Причем во всех проявлениях, и в характерах человеческих, и в обстоятельствах. И это так и действует. Когда я сейчас нырнул в эту тему уже достаточно глубоко, поразительно, как все одинаково. Как все, вот как вот
сегодняшние все эти бархатные революции, где механизм один и тот же, и он срабатывает. Вот самое печальное, что люди все равно на это покупаются. Но, понимаете, уже давно странным образом, да не странным, то есть причины ясны, но не было фильма никакого с участием Ленина. А он очень необычный. Более того, да, были неплохие картины, в частности, фильм «6 июля», там Каюров замечательно сыграл, но... Ну, Каюров такой вообще хрестоматийный Ленин. Но все равно это такая закрытая консервная банка. Ничего про него не знаю, ничего. Да, уже потом много написано и плохого, и о его жестокости, о том и сём, пятом-десятом. Но меня сейчас он интересует, я попытаюсь эту консервную банку открыть как-то. Вот посмотрим, что из этого получится. Но меня интересует он как человек, прежде всего. Помню ваше признание в том, что вы не любите пробы актерские, что для вас это достаточно мучительный процесс. Да, это вот необходимо. В контексте разговора о Ленине и будущем исполнителе этой роли у вас... Уже есть какое-то представление, кто бы это мог быть, или вы будете пробовать? Есть, есть. Уже есть очень определенное представление, но не скажу. Хорошо. А представление есть, и, в общем, это очень хороший вариант. Даст Бог, он случится. Это очень хороший вариант. У нас в гостях в свое время был Константин Аркадьевич Райкин. Мне понравилось, как он в отношении актерского таланта сказал, что для меня это степень заразительности. Способность заразить свои эмоции зрителя. Что? Как вы трактуете такое понятие, как вот талант актерский? Я прежде всего ценю профессионализм. Потому что для начала нужен профессионализм. Талант, он от Бога, и ему не научишь. Я все-таки много преподаю, и уже много у меня учеников и достаточно талантливых. Ребят, есть. И я поэтому точно знаю, что таланту не научишь. Но профессии можно научить. Ведь прежде всего, чтобы что-то исполнить на фортепиано или на скрипке, вы же должны уметь играть. Вот вы можете каким угодно быть талантливым, но если вы не умеете играть на фортепиано, на скрипке, на баяне, на балалайке, вы ничего не сможете исполнить. Да, техническая сторона есть в любой профессии. Вот это вот. Вот эту тайну внутреннюю, то вы никаким образом не раскроете. Это все будут слова. И так во всем, строго говоря. Это касается во всем, где человеку прежде всего нужен профессионализм. А дальше мы потом будем говорить хирург от Бога, музыкант от Бога и так далее и тому подобное. Вот и все. А так талант, это неопределяемо. Это вообще звезды складываются. Тут определения нет. Потом, знаете, часто употребляется такой термин, и он наиболее правильный, как харизма. Ведь есть актеры выдающиеся, которые, казалось бы, ничего не делают. Вот был такой замечательный актер, Жан Габен, старшее поколение его помнит. Вот он вообще ничего не делал. У него эмоция, казалось бы, даже одна. А вот та энергетика, то поле, которое вокруг него существовало, она завораживала и все. Но прежде всего, это некая энергетика, которая идет от человека. А это уже точно вот от Бога. Я натыкалась на такие ваши рассуждения, что, скажем так, слово «великий» эпитет, да, по отношению к кому-то из наших современников и достаточно молодых людей, скажем, актеров, да, вот оно плохо монтируется. Нет. С кем-то из современных имен. Это все равно произносится. Вот Марлон Брандо был великий актер, совершенно определенно. Но его нет сейчас. Вообще это вот, не знаю уж даже какой термин-то, то ли к сожалению, да, вообще это после смерти происходит как-то. Кто же это сказал остроумно, так что в России надо жить долго? Художника, имелось в виду, художнику в России нужно жить долго, чтобы как-то чего-то добиться. Но, с другой стороны, вы понимаете, в чем дело? Меня потрясло. Года два назад... Мы с женой в Лондоне попали на выставку Рембрандта. Ну уж кто великий, как не Рембрандт. Но это была выставка его работ того периода, когда про него все забыли. И вот ходишь по этой выставке, там невозможно было на нее попасть, там даже билеты выдавали, вот вам выдают билетик. Я первый раз такую выставку принял. И там написано, вы должны прийти с часу до часа 20. Временный вот ваше интервал, время. Да? Угу. Ваше время. Вот. И когда ходишь, смотришь на эти его автопортреты и не понимаешь, как это могло случиться, что про него забыли. В этот момент он одинокий, почти нищий. Как?
Но это было. Это вот реальность. А вас огорчает тот факт, что вот кинотеатры практически 100% становятся площадкой для показа кино, ну, таких... Ну, аттракционно называется. Да, визуально эффектного, да, не да, более да. того. Ну, это кино аттракционно всегда. Кстати, со времен термин этот ввел Эйзенштейн, к слову сказать, да. кино аттракционно. Монтаж аттракционов, у него был такой термин, это с него и пошло. Но причем Эйзенштейн, по нему можно сказать, что он великий режиссер, не всякого сомнения. А тут стенать бессмысленно. Это так вот все сложилось. Дело в том, да, что понимаю. Кино всегда было двухствольным ружьем таким. Это и фильмы с эффектами визуальными, это всегда было так. То есть блокбастеры там всякие, это было всегда, сначала с появления. То есть было прибытие поезда или люди люмьеровское кино и Мельеса, который полет на Луну. То есть вот с самого начала оно стало двухствольным. И всегда эти стволы были более-менее вот одинаковые такие, знаете, вот такое ружье. А сейчас вот это коммерческое, это базука такая, это гранатомет. А кино, которое кино, это такая мелкокалиберная пневматическая штучка. Вот. Ну, посмотрим. Бог его знает, это не зависит не совсем даже от кино, это зависит от вообще общей тенденции культуры. Это зависит от... причем во всем мире это так. Сейчас кризис культурный, с моей точки зрения, безусловно. Потому что исчезли идеи некие, общечеловеческие, общегуманистические. В Европе Бог исчез просто. Ну, не исчез он Бог, а употребление этого термина. И вообще из Конституции вычеркнули о роли христианства в истории европейской. Безумие, просто безумие. Вот. А это в определенном смысле культурная основа, вообще-то говоря. Вот. И мне кажется, кризис культуры, он, в общем, и приводит к вот таким, по такому кособочию. Тут в данном случае правильная формула – делай, что должно, и будь, что будет. Вы очень широко занимаетесь преподавательской деятельностью. Я тут имела удовольствие послушать одну из ваших каких-то публичных лекций, выложенных в интернет. Она была обращена, знаете, к кому? К студентам, актерам, продюсерам и режиссерам, по-моему. Я могу понять ту степень восторга, с которой ваши бывшие или нынешние ученики высказываются о том методе, ну, который вы используете в преподавании. Как вы для себя формулируете то, что вы получаете от них? О, ничуть не меньше, чем они от меня. Вот это совершенно определенно. Мне часто задают такой вопрос, а как успевать? Ты кино снимаешь постоянно, и преподавание, и все. Как это может быть? Но я, во-первых, втянулся уже, сколько уже, 20 лет этим занимаюсь. Вот, совмещаю. Плюс, когда я снимаю, студенты обязательно должны приходить и крутиться на площадке, и даже сниматься в массовке, что-то помогать делать, потому что лучше узнать кино, чем на площадке, невозможно. Теория тут, это все так, бла-бла-бла. А на площадке ты видишь, из чего это все образуется, из какой глины, из какого сора. Вот, поэтому это для них, например, важно, когда я совмещаю приятное с полезным, съемки и преподавание. А мне важно получать постоянную информацию извне, потому что все равно работаешь, крутишься в своем мире, замкнутом все равно достаточно. А тут каждый раз приливаются, и они как гонцы из внешнего мира, плюс это ж новые идеи, новое мироощущение, и происходит, поэтому у нас общающиеся сосуды. Вот, и происходит обмен такой, взаимному. Удовлетворение. Мой последний вопрос будет касаться, опять же, кинофестиваля. На ваш взгляд, как внутренняя жизнь Pacific Meridian изменилась вот за то время, что у вас была возможность здесь побывать? Ну, я не знаю, я был 8 лет назад. Изменилось сильно. Вообще, город изменился очень. Очень изменился, прежде всего, город. Вот, даже такое ощущение, что атмосфера поменялась. И конечно же, мне кажется, фестиваль окреп. Пока жаль, что вот его мало освещают по телевидению. Вот это как-то мне непонятно. Я вот сейчас вернусь в Москву и обязательно с кем-нибудь поговорю на этот счет. В чем причина? Почему
мы говорим о важности вот связи вот России с Дальним Востоком, почему мы говорим, а такое явление, без которого невозможно, без культурной связи, оно освещается так хило. Я обязательно буду разговаривать с серьезными людьми по этому поводу. Это, мне кажется, категорически неправильно. Это просто получается, мы говорим одно, а делаем другое. Спасибо вам за то, что заглянули к нам в гости. Спасибо за приятные слова в адрес Владивостока. Очень рада была. Всего доброго.